Ну и продолжаем наш выпуск. Настоящая душа народа. Таких говорят, вместе с ними ушла целая эпоха. В июле этого года легендарная Муи Гасанова исполнилось бы 85 лет. На доме, где она жила в Гунибе, открыли накануне мемориальную доску. Почтить память артистки приехали ценители ее творчества из различных районов и городов. Затем уже на площади провели фестиваль песни и танца, посвященный народной любимице. Примечательно, что были исполнены песни в основном из ее репертуара. Много архивных материалов из жизни певицы выставили в этот день и в Гунибском историко-краеведческом музее. Мне очень приятно, что народ помнит, что по достоинству оценивает творчество своей мамы, то есть не забывают ее. Почему свидетельство вот эта экспозиция музея Гуниба, на которой представлен и мамин сценический костюм, и фотографии, которые вот показывают творческую жизнь.